скачаю и узнаю. Нет, это понятно, я про писать что-то. Хотя вот, кстати, по пробитию я даже не знаю, Киборг или Джак. У немцев вроде неплохое пробитие, да. Но... Интересно, он там или нет? Никто этого не видел. А, так он... А, похуй. Сынок, ты бля еще раз высуни свою наглую рыбу. Да почему эта хуйня кривая такая? Блять, да по одной точке выиграть-то и не получится. Сынок, блять, выкать еще раз свою залупу, ты сейчас пизды получишь, я ж свелся, блять. Либо тебя убьют в невидимость, либо тебе КВ-2 за жопу заедет. Спасибо за, блять, полезную информацию. Ты отвлекся и не смог гасануть? Нет, ты не смог гасануть, я ж на правой кнопке стою. Я осматриваю. Не, имею в виду глазами. А, блядь, тут сейчас с жопы заедут, Саш. Я вижу. Такой у меня тоже может быть. Думки уже. Сваливай под мост и направо. Подбей. Так а я проебу. Едь в Б и просто стой там. Я скажу, когда тебя будут архивы сюда. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, быстрее. Пофиг, как это нормально. Если он убьет моего тиммейта, можешь выиграть. Если он убьет моего тиммейта, то я проебу 100% вероятности. Мне сейчас надо экстренно ехать. А он, кстати, как-то херово. Не, ты. Хотя нет, ты прав. Он додумался взять точку, на которую стоит. Вот он сейчас убьет тиммейта и все. Я газ пол еду. Или он убьет тебя. Ну что по капоте? Пожалуйста, не умри. АФКшник, живи, сука, блядь! Есть! А тебя просто раскачивают и все, это просто покажет. И плюс он, у него очень медленно пушка поворачивается для этого тяжения, поэтому. И он еще пихенхит. Зато говорят, ему равных нет в этом. В предыдущем режиме. Подрождение. А, в Мэдмакс. Да. А у него пиздец читерский. Ну, в Мэдмакс и Возрождение, кстати, тоже он пизда. Блять, что летит? Что летит? Бля, бля, ебать его! Ебать! Поехали, пригрузили, поехали. Блядь. Я долго буду грехти? Поехали, 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 поехали. Блядь, 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 блядь. Главное бодрость ебать. Я заберу его. А я заберу. Ебать, об тебя удобно останавливаться. Ой, блядь, пошел нахуй. Опанай, ебала. Даже полетел нахуй, если честно. Слушай, мне кажется, здесь фраза пошел нахуй, она не работает. Здесь фраза полетел нахуй. Может, это пение? Ебать там усик.
Я нихуя не понимаю, пацаны. А чё он исчез? Ты своей жопой? Потому что ты понимаешь, что нам надо ехать в пехоту, потому что она с тобой спит сейчас? Да, я понял. Слушай, ну я не думал, что... Блядь, настолько сейчас. Да заебали, я не туда хотел, блядь. Мне прямо, прямо, блядь. У него пиздецовые просто отдача, просто я ебал. В плане ее нет или ее дохуя? Она ее дохуища. Что там класс летает? Реально, кстати. Уже все нормально вообще там? А, это был за стойки. Я ебу. Ебать, меня рикошет. Да там поезд валит, блядь. Он не валит, он, блядь, летит. Меня сейчас развалят. Мы его, кстати, дестабилизировали. Охуеть. Может, мы гасанем и попадем, блядь, хотя бы? Я там так тортой запнул. Он даже дерево снес. Не капоти, блядь. Пидор, блядь. Айо, лохам, привет петухам, блядь. Как захватываешь? Оси, блядь. Я снял захват. И подержал, что дерево прилетело на полном хуе. Где, блядь? Ух, ебать, тут народу, ебать. Так, я вот это... Как тебе ускорение, блядь, корыто, ебать? Я вот это... Эпичный, блядь. Уху, блядь. Что ты наебал? Ты его раздавил. Да гиз. Сука, тупые, блядь. Дегенерой. Поверни. Ну хера першин здесь, да? Ладно, похуй. Унюн камундю. О, залуба! Ебать, я выбросил он нахуй. Сейчас я разлучу. Спойлер. Спасибо, я не пробил печь. Можно я пойду? А, блядь, меня гусеница отъебнула. Нет, пусть она мало уже. Уику гигигу, блядь. Ебать, я полетел, блядь. Пока, пацаны, блядь. Ебланы, меня так отбросили, что я, блядь, на... Ахо! Нет, ты 49 не пробил, блядь. Гигу, блядь! Все летают, блядь. Уику гигу, это просто такая... О, жопа. Может, я поеду? Здесь, кстати, вартандеровская физика, на самом деле, такая близкая к вартандеровской. Там же лошадки, блядь, подлетают круто. Вартандеровская? Ну, здесь они валят просто бодро. Нихуя себе у тебя ремонт моментальный. Это ты чё прокачал, что у тебя такой ремонт? Фу. Ебать, ты его поднял, блядь. Вот у него опускается хорошо, но вообще не поднимается. Пидор, блядь. Ты, блядь, что такое, сука? Там за мной М6 гонит. Там и стоит, блядь, заебать. Да чё вы все так залупились-то?
дерьмо, блядь! У меня все гусеницы отвалились, блядь. Да иди в очко! А чё они так на меня залупились, ты видел? Спасибо, кстати, что помогли, пацаны. Было бы ебись. А-а-а! В смысле не ждусь, блядь, я в белое выстрелил. Не ждусь, блядь. Максимальный, лови бедрила. Пизда. Ебать. Я сейчас жопу убью. Это было очевидно, блядь, как белый день, блядь. Оставить лоу хп, что у телеку лоу хп, блядь. Шо в очко? В очко! Я понимаю. Ебаница. Максимальный урон на лут хп-шного типа. Вон там мой лут хп-шный. Так, блять, можно на колесах буду стоять? Что за залупа-то? В смысле баунс? Блять, это дорогой патрон. Ой, в очко баунс. Я там под тиммейтом гасануть, но у меня ничего не вышло. Ебали меня подбрасываешь? Патроны кончились, блядь. А вот это меня убило. Пиздец, там запчасти есть, и через тебя проходит. Максимально больно. Как починилась жопа. Она сама починилась. Копия софтбола. Да, да. Это абсолютная копия этого. ИСУ 152. Там даже пушка такая. Вот что, блядь, за... По-моему, сейчас с тобой футбольный мяч поиграем в футбол. Да, Ванга. Я ведь попаду, сука. О, нихуя! А мне здесь нравится. Блядь, мне здесь нравится. Чего мне подвигать? Ладно. Я его не пробиваю. А, нет, пробиваю. Полетел отсюда. Я его, по-моему, фугасом пробью. Не хочу это пробивать. Нет, не пробиваю. Оп. Сколько пробиваю. Пока. Вот оно полетел отсюда. Ну и отсюда, так сказать, да? Нет, не рады. Сейчас еще и сумеет. Если бы урон не прошел, может быть, будет выстрел. Не знаю. Давай это. Ничего, правда? Ну хорошо, да? Я видел, как тебе ракета приближалась. Так медленно. Пока, блядь! Летел быстрее. Ликаншина. О. Матадон? Или Матапит? Да. Серьезно, максимальный урон на 2 хп собрать? Там какой-то пердулетка едет. Лишь пожар. Не, Ликан, ты идешь в очко. Он уже на меня смотрел, ясно. Он в тебя пушку гасанул. А может надо? Гидроответка.
Хера, говно еще качается полчаса. Я ебу. Дай проехать, там поёт.